Привет всем, это Маркус Рима. И я сейчас попал в джунгли. Поверьте, не поверите, но сейчас я нашел Кока-Колу. И это все, что у меня есть. Сейчас пытаюсь выживать здесь. И здесь тоже никто нету. Я один. Чувствую себя как... сейчас не как Робинсон Крузо, но как реально как Тарзан. Сходите, смотрите, что здесь. Такая небольшая река. Но я ищу, где я могу попасть и найти выход из этой джунгли. А то у меня осталось половина из этой колы. И держите кулак. Но здесь нет Wi-Fi. А что мне делать? А? Ну все, как вы видите, я спасался, нашел какой-то дорогу. Я следить. И могу сказать, что все в порядке, ребят. Спасибо вам. Это был Маркус Рима. Эпизод джунглей. Это Маркус Рима. Я сходил на вулкан. Смотрите, какой красивый вид. Красивый пейзаж. Но здесь очень необычный день. Сегодня еще дождь, как и ветер, и все. Ну, очень классно. Hello, my friends. Привет всем. Чао всем. Спускай вулкана. Я на вулкан. И сейчас и будем спускаться. Такой апокалипс. Сегодня у меня есть отличный такой костюм, в котором я могу нормально спускаться. Это фэшн. It's what they sell, and that's the reality. That's you. Šis ir krāteris. Hey! Snapchat doesn't, I mean, it's hard to Snapchat that, but you see. Climb every mountain. I was up in